врачей убивают журналистов. Врачей? Врачей. Разгромили пункт медицинский, 20 человек покалечили. Журналистам в лицо стреляют специально. 12 калибр пули. Багиров 22.30. 22.30, да. Где же я играл, да? Да. Конечно, завтра. Сейчас скажу, во сколько. Окей. Завтра. Три, по-моему, было. Сейчас посмотрю. 20.30. Сколько? Полчетвертого. Неизвестно, сколько. Полчетвертого, да? Субтитры
телефон разряжен. Черт, ну, пожалуй, я сейчас там. Пятьдесят тысяч вышло. 50 тысяч из людей вышло. Ты знаешь, что будет стреляющий на руку. Сильно? А вчера? И? Вчера больше не было. Ну, все. 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 Thank you.
ебать, стали. Давайте идем. Thank you.
18:30. Пусть стол. Играют стоечку, там, если вы играете Киричков, да, там? Я все-таки не помню. Киричков с кем? Вот, прошли, вот, прошли. Вот он. Да, Киричков Джахадзе. По времени я сказал. Не, что между. Да, да не, не серьезно. Дима, завтра все нормально. Хорошо? Да. То есть я не просто посмотрел. Если я первый встречу с другом сыграл, посмотрел, что вязал. На самом деле, на сегодня 7 матчей всего запустить. Сегодня? 7 матчей всего запустить. 7 матчей всего осталось. Я самый последний, да? Да. Когда, Александр, когда останется 4 матча, я съезжу просто. Да? Так езжай сейчас, пока съездишь. Съезд, приедет, ты будешь нормально съездить через случайно кататься. Саня, а мы Родионов повел? Повел. 3-2, да, он повел? Два борта. Желтый сделал два борта. Да. Ну, вот, да, отыгрыш обычно. Белый без разницы. Да. Ну, через ногу. А знаю, пацаны, значит. Да, это ты завтра? Да. Что? Уже сегодня? Да, вот так. Я решил ближнюю сетку. Фамилия ваша? Крик. 2 часа. С кем? Сколько? Еще нет, с кем. Кого мы там зубами тут? Ниже вышли, да? Что-что? Зубами тут. Я вот сюда, 35-й, вот сюда. Нет, на Кузю. На кого? На кого там, вверху. А, вверху, я думал, внизу. Не, вверху. Ну, короче, если проиграл на Кузю, это плохо. Ну, понятно.
209. Здесь еще так далеко. Филиппов патрон. Патрон, наверное. Другой клуб залез. Правильно, так это же уже Олимпийка будет. Ну как? Там же время своего же, нет? Нет, уже все, да. Ты же два матча выиграл. Три матча ты в Олимпийке. Понятно, но там Литовченко. Соперника ничего не известно, да? Пара есть? Не, ну вот что, вот эту сетку я заполняю тебе сейчас, понимаешь? Здесь Вайн своих Литовченко, раз. Сколько стало? Что? Сколько стало? Что сколько стало? В клубе? Да скоро уже. Нет, да скорее всего. Тащит с собой переодеться. Да успеешь. Ну, сейчас здесь заканчивается. Здесь заканчивается. Здесь сейчас Саня любую минуту может быть. Мне там как раз стало 4. Ну я же о чем и говорю. Thank you.
2-1. Последний круг не за послезавтра. А выход в Олимпийку до сих пор? Что? Выход в Олимпийку. До 4-х. С Варданяном сейчас. Первый стол Варданяна Кименко. Да, ну, может там плюс полчаса максимум. Так что вроде быстро пошло. Thank you.
Родиона. Просто в сетке что-то не написал. Только уже написал. А. Да не, не так. Короче, будь где-то шагом досягаемся. Ты на этих, на одном из этих трех столов был сейчас привезён. А, кстати, если спросить, меня сели 16? А? Сели 16 человек, да? Да. Меня сели? Да, ты только в самый конец попал. Ну, мы там, я повторял, Серёга попадаем. 16. Получается, по вторым или третьим номерам, да? Четвертым я его сел. Сейчас я скажу. А у тебя Мурман и... Я вышел. 13. А, ты выбирал, да? Ну, я третьему пацану взял и сел. А первый, второй? Сидоров ты на весе. Третий, ты заносил четвертый замок? Нет, третий, сейчас. Да, ну, ты просто поменял. Да, на лосах приносит. Ну тут уже 274 есть как-то, да. Или там клубы еще что-то хочешь сказать. В этом шоу есть сидоровые крышки. А, куда? Ну да, честно. Песня очень хорошо. Кто? Песня красивая. Я бы сказал, что вкус, что сенсация. Да, ладно, хорошо. Он очень хорошо. Да, если он такой. Я его расставил. Третий стол. Багиров-Колпащиков. Багиров-Колпащиков, третий стол. Завтра, сейчас скажу, во сколько опоздаю еще. Что же немножко подплывало. Завтра за так. Тут же играем. 12.30. 12.30. Завтра две. Поставил.
верхняя завтра играет? Да, одна. Сосали? Вечер. Нам круг все затравит. Один круг понизу, круг повер, не круг понизу. Это ресторан? Да, правильно. Мясо, давайте на 7, Фамилия Симон. 15.30. Хорош, Дима. Вы на стене как собачьи. Вот это? Да. Мужики готовятся. А да, я поломаряюсь, скринь. Thank you.
Серега, Багира, что за форма? Что за форма? Сереж, что последний раз-то было? Часа 14:00. Говори. А завтра будет непризнанное время во сколько? Я тебе сейчас скажу. Скажи, пожалуйста. Часа. Наверху сетка. Раз. 15:30. Пожалуйста. А ты с Печенкиным 2 часа играешь, да? Я там не записал. Да. Ты с Печенкиным, да? Ну, наверное, надо посмотреть. Косицын бедает.
еще 6-5 поломать, что ли? 7-4 поломать. Ломарю? Да, поломать вообще. Это дело повезти. Понизу? Да. Понизу 3. То есть, понизу 7-3, если поставить, то есть надо синюю ехать. Я думаю, что да. Меня зовут Сумерзин, то есть, да? Я знаю, пожалуйста, Сумерзин. Как фамилия? Лазарь. Вдруг я выиграю на полгода. Я забыл, у меня лечение обычно надо 5 пунктов пройти, а потом выходить. Ну, 2 часа у вас не работает. А потом дальше еще будет, дальше еще будет, нет? Да. А ты должен ходить до себя. Просто если вы где можно, пожалуйста. Да, 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 да. Это же мало шансов. Да, вы уже вывел, я так. Ну, все это, я никогда не могу. Скажи, первую карту, как хорошо. Я еще не могу. Я хотела сыграть. Настраиваю. Серега, ты любимый. Сегодня мы будем. А? Серега? Все, я еще понял, как ты сыграл. Вообще, ты я не только учил. Решили сегодня. Ну, сейчас. Ну, чуть позже, да. Когда вы там борочимся? Ну, как было скоро? Ну, до конца вот тут осталось 4 пары поставить. Сейчас будет целый освобождаться, будем ставить. Не, ну всего 4 пары до конца дня сегодня поставить надо. Раз, два, три, 5 пар сегодня еще. Все. Вот 5 пар играет, 5 пар. 5 пар на очереди. Вот эти? Вот эти 5 пар? Да. То есть через одно. Первое выехало, а потом вообще. Спрашивают, что еще?
Что? Какой? Прекрасно он транслируется. Да? Конечно. Все показывается. Три человека сейчас смотрят именно этот матч. Вон, пожалуйста, Коломарь Терехов, где не транслируется? Ну и на ЛБ должно транслироваться. Я больше чем уверен, что транслируется. Ну не знаю, ну код тот же самый. Потому что все с одного источника идет. Останется ли этот матч? Еще ничего идет один. Ну давай, пока закончится матч, так посмотрим. Может уже все расставим. Ну, 4 матча осталось. 5. Муравьев Шкода, Кондрашов Барном и Крупчин Колени, только жену слышал. Саша делает. Уже не проиграл. Бьет по центру. Слышно, что вы...
На 4. Я только не комментирую в ЖПД. Кого-то уже запустили после того момента? После меня как-то после того, как я уехал, запустили? Ой, я не знаю. Ну да, вот один, вот два. Да бог его. Он затянул от силы. Ну, как его сыграют час назад. Три матча в том клубе. Не запущен. Золотой арбуз. Самая смешная ошибка у всех. Классно. Классно даже. Особенно на раз, когда мы еще начинаем смотреть. Золотой арбуз. Йоси. Бильярдспорт.ру. Бильярдспорт.ру. Thank you.
ты видел? Четвертый дурак, Сашка. Не, это не беда, я могу сапов всем выходить. Олейников, Прудченко, пятый стол. Прошу прощения, Барминов, Кондрашов. Андрей Барминов, Олег Кондрашов, стол номер 5. Сергей, кто партию выиграл? Ты? Thank you.
Четвертый стол Муравьев-Шкода.